Программа «Вести Тула» продолжает участвовать в совместном с Росфондом проекте. И на этот раз Туликов просит прийти на помощь маленькому жителю Кимовского района Давиду Марчукову. Он мечтает быть таким, как все, уверенно, без боли ходить. Мальчик родился с серьезной деформацией обеих стоп. Недавно у него появился шанс на полноценную жизнь. Не соскакивай, ровненько сиди. Большой надувной шар – любимая игрушка маленького Давида. При одном виде его у малыша появляется лучезарная улыбка. Мальчик очень активный, любит прыгать, но есть одно «но» – делать ему это очень больно. У Давида врожденная деформация обеих стоп, нарушение двигательной функции, мышечная слабость. Говорю, ставь ножку ровненько, а не получается, никак не выворачивается правильно. Сложно сказать, сколько ортопедов объехала мама Давида. Все разводили руками. Выход нашелся в Ярославской клинике, где малыш согласились сделать операцию. Будет выполнена этапная гипсовая коррекция обеих стоп. Слева на фоне ботулинотерапии, справа планируется окончание гипсового введения стопы плантарно-медиальным и задним релизом. По финалу лечения мы ожидаем полное исправление обеих стоп. Болезнь оказывает сильное влияние не только на физическую сторону жизни малыша. Ему очень трудно заводить друзей. Из-за проблем с двигательной системой дети его боятся. Хотя Давид очень дружелюбный и игривый ребенок. Не берут его пока и в детский садик. Тут деформация, уже образовалась шишечка. Вот. Доктор говорит, что все это уйдет, ножка станет ровненькой, он станет полноценно ходить хорошо, не будет спотыкаться, падать. То есть сейчас он даже по лестнице сам не может спуститься, только за ручку. Лечение дорогостоящее. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Росфонд» соберут 120 тысяч 400 рублей. Не хватает 44 тысяч. Чтобы помочь Давиду, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте «Росфонда». Осуществить простой Ту мечту маленького мальчика без боли и препятствий бегать и играть со своими друзьями можете и вы. Татьяна Голубова, Андрей Куничкин, «Вести Тула».